Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Да, я даже не знаю. Пилот и автор книг романтических Сент-Экзюпери. Помните, чем закончилась его жизнь? Его самолет пропал, но он нам оставил маленького принца и так далее. Это своими правилами жизни. Давайте поговорим на тему нашей программы сегодняшней – дзюдо и правила жизни. Вот. Чтобы вам было легче, я бы хотел сейчас зачитывать цитаты из основателя дзюдо, да, Дзигоро Кано. А вы просто прокомментируете его философские понятия тем, как вы это испытывали в жизни, в вашей карьере спортивной. Давайте. Я считаю, что тот, кто будет изучать дзюдо у хорошего учителя – тот будет ценить свою родину, любить ее дела и вещи, возвышать свой дух и сможет воспитать в себе мужественный, деятельный характер. Ну, так скажем, в принципе верно. Но кто определит, хороший учитель или плохой? И какие принципы на сегодняшний момент хорошие или плохие? Это ваш тренер Константин. Философенко. Что? Мой тренер Константин Софенко. Про него скажите пару хороших слов. Ну, что могу сказать? Ну, вот, в общем-то, я думаю, что да, с другим бы тренером так у меня не получилось бы. Не получилось бы, ну что ли, такого длинного пути, наверное. Чем он вас зацепил? Во-первых, он, ну, хорошо разбирается. Ну, в принципах дзюдо, в принципах борьбы, потому что, в общем-то, у меня нестандартная такая техника была. И в Перми там, и до того, как я в Пермь приехала, она была очень ограничена. Мы с ним развили, как от одного приема, прям целая система была, в зависимости от того, как соперник реагирует. Ну, в общем, очень много он там мне подсказал каких-то ходов именно вот в борьбе. Ну, и плюс то, что, в общем-то, он спокойный, а у меня такой характер взрывной, и все мои бури, то он всегда выдерживал. Нормально с ней, как бы. Я там проорусь, он промолчит. Сейчас Ирина хохочет. Почему она хохочет? Она просто знает же, она вспомнила, как это все бывает. Мы-то вместе живем, у него тренера, да. И всегда вместе везде были, на сборах, на соревнованиях. Потому что, ну, одинаково, как сказать, все сборные страны-то везде одинаково по одним турнирам. Мы вообще вместе у одного тренера, поэтому, естественно, мы везде были всегда вместе на сборах, на соревнованиях. И она, в принципе-то, конечно, знает, это, что ему приходилось выдерживать, если что-то там, например, у меня не получалось. Или что-то мне не нравилось, или там еще что. Ну, в общем. А взаимоотношения тренера и его подопечного похожи на что? Это отец и дочь. Или, ну, брат и сестра, или учитель и ученица. Ну, во-первых, я считаю, что это должны быть как коллеги, как такие хорошие, хорошие коллеги, хорошие сотрудники, что ли, я не знаю, стремящиеся к одной цели и дополняющие друг друга, ну, во всем. Если где-то сегодня один не может, то его другой поддержит, или там один не знает, ему другой подскажет. Я считаю, что так. Брат с сестрой могут поругаться, и там каждый своими путями пойти. А когда тренер с учеником, у них вот на данный отрезок времени общий путь и общая цель. Так, наверное. Вот сейчас вы смотрите на свой путь тренера. Уже прошло много лет, да? И то, что он делал с вами, вы повторяете его приемы или вы изобретаете свои? Не, мы свои изобретаем. Ну, нет, я вижу, в принципе, сейчас, ну, если мысленно туда возвращаться, я вижу там его какие-то ошибки, ну, чисто в психологическом плане. Там, где надо было, допустим, где-то напрячь, там, подогнать, не всегда спортсмен может показать максимальный результат или максимально выложиться на тренировке, он сам себя заставить не может этого сделать. Но это сможет сделать только со стороны человека, ну, соответственно, только тренер. И, например, если мне бы кто-то чужой бы сказал, ну, тоже тренер, там, старший тренер сборной страны или еще кто-то чужой, я просто бы на это вообще никак не отреагировала. То есть где-то настроить и где-то собрать, ну, на соревнованиях бывает, расстроишься раньше времени еще.
Это, я думаю, считаю, что собрать своего спортсмена, опять, ну вот, настроить его, чтобы он был именно в данный момент готов выиграть, это может только личный тренер. Ну вот мой, я думаю, что не всегда. Как сказать? Не в какие-то моменты он просто не видел этого и упускал. Давайте сравним его технику, вашу технику и наставление мастера дзюдо Кану Дзюгору. Умей соотносить свои возможности с возможностями противника, завладевай инициативой, обдумывай тщательно, действуй решительно, знай, где нужно остановиться, одержав победу, не заносись, потерпев поражение, не сгибайся, благоденствуя, не теряй бдительности, попав в опасное положение, не пугайся и иди вперед избранным путем. Что-то вы из этого узнаете? Ну, в принципе-то этому дзюдо, как и учат всегда, даже если тебя не сможет твой тренер донести, до тебя те же японцы и донесут на ковре. Что если ты вдруг... То есть это не через лекции происходит, а через их броски? Да, это никогда ты это словами до кого не донесешь, пока человек сам на ковре не попробует. Все знают в дзюдо. Ну, даже если в жизни сравнить людей, которые там, вот, я знаю, у меня там знакомые, раз упадут, там нога заболит или рука заболит. Все, там горе, дома сидят, плачут, рука, нога болит. У нас ни один спортсмен, даже маленький, там если он год или два позанимался, он никогда не сядет, не заплачет, не скажет, что что-то болит, потому что ему скажут, ты что, вставай, давай, иди тренируйся. Все давайте. Как-то более такие, что ли, я не знаю, перед трудностями не сгибаются никогда. Если ты на ковре что-то там, я не знаю, начнешь себя жалеть, тебя просто унесут, мне кажется, труп твой с ковра унесут, и все, поэтому нужно... Давайте возьмем примеры у Дзюгора Кана и сформулируем правила жизни, которые вы обнаружили в дзюдо, и теперь вот для всех людей, для повседневной жизни. Правила жизни дзюдо от Любови Брулетовой. Ну, вот так объявлять, я даже не знаю. Можно просто вот отсюда взять, что бы ни случилось в жизни... Сегодня, вот, не сдавайся, не сгибайся, иди вперед, и ты все равно достигнешь своей цели. Правило номер два. Правило номер два. Ну, то, что Дзюгору Кан опять же и сказал, что если ты достигаешь цели, то тоже, в общем, не гордись, никуда не возносись, потому что в следующий момент ты проиграть не можешь. Ну, как бы, будь самим собой и в победе, и в поражении. Вот, наверное, так. Тем более, иногда очень трудно, да, понять, это была победа или это было поражение. Ну, или... в жизни, да, в жизни, в общем, ты не знаешь, это для тебя то, что случилось, это для тебя победа или поражение, ты можешь это воспринимать как поражение, на самом деле это победа, и потом в будущем приведет к каким-то лучшим результатам. Ну, в дзюдо-то все ясно. Себя объявляют победителем или проигравшим, в общем-то. Ведь вы сами утверждаете, что судьи иногда непредсказуемо действуют и работают. Да, но в табеле о рангах ты стоишь первым или ты стоишь последним, это тоже влияет на психику. Или там тебе золотую медаль вручили, или тебе никакую медаль не вручили. Особенно, и, конечно, вот, или там, я не знаю, чемпион получает все. Если сейчас в материальном плане это рассматривать, чемпион Европы и тот, кто стал пятым. А пятым у нас становится тот, кто проиграл за выход. Кому чуть-чуть буквально не хватило. Первый получает все, пятый ничего не получает. Хотя он провел ту же самую работу. И он знает, что это еще от этого ему грустнее и хуже. Потому что он знает, он не слабже. Но на сегодняшний момент он пятый, и он ничего не получит. Интересно, когда вы получили денежное вознаграждение за вашу Сиднейскую Олимпиаду, как вы украсили свою жизнь этими деньгами? Я машину... Куда-то съездили, что-то купили? Не, я машину купила. Я уже столько наездила, что я лишний раз даже ехать никуда не хочу. Я вот купила себе, первая моя была машина, и вот стала... Какую? Девятку. Нашу девятку, УАЗ-2109, потому что когда меня иностранцы спрашивают, я говорю, девятку, они мне там начинают перечислять.
BMW 9 или еще там какие-то. Я говорю, да нет, это вас. Они даже не знают. Вас, они такой машины даже не знают. То есть такие внешние атрибуты престижа для вас не важны, да? Ну. Просто необходимости, все. Да, может быть, когда-то и тогда были важны, то есть сейчас нет. Все это такое приходящее, уходящее. Вот я был приятно удивлен, что у вас орден заслуги перед Отечеством второй степени, который получают, ну, выдающиеся режиссеры, я не знаю, да, общественные деятели. Когда вы его получили? Выдающиеся спортсмены тоже получают. Ну, вот это за Олимпиаду, и вот это, к этому ордену я была представлена, и этот орден вручили мне. Насколько я помню, там и потом у вас будет добавка к пенсии благодаря этому ордену. О, вот, хорошо, я не знала. Значит, будет. Ну, иногда вот за какие-то достижения награждают спортсменов тоже орденами. А вам иногда не кажется, что вот ордена мало? Вот еще денег побольше было бы хорошо. И зарплата тренера, и наградные, и все такое. Да, конечно, денег-то и всегда мало. Их бы сколько не было, думаешь, вот еще бы чуть-чуть побольше их хватило, вот еще чуть-чуть побольше их хватило. Ну, на самом деле, вот мы живем, в принципе, все нормально. Ну, так, если брать в общем. Конечно, они трудности, они есть. Все это... Но в основном, как вам сказать... Вам тратить их некогда, вы постоянно на сборах. Откуда вы сейчас приехали, с какой страны? Да, их, во-первых, тратить, из какой страны, я была в Бельгии, и тратить, но в основном-то проблема-то материальная не то, что у тебя маленькая зарплата, а то, что нету казенных денег, которые тебе должны давать для поездок. В основном-то вот такая проблема, а на жизнь-то хватает. А много вам положено? Ну, там все время поездки всегда очень дорогие, и нужно, да... Такие средства, они, в общем-то, всегда в обороте там. Но там же, например, все завтраки, ужины и обеды, они все входят. Да, но у нас, мы сами оплачиваем, Пермский край, мои-то поездки, Пермский край оплачивает Министерство спорта Пермского края. Uh-huh. Сейчас вот благодаря Олимпийской программе. А когда не было этой программы, тоже проблема. Иди на федерацию, проси, в ШВСМ проси. То есть приходится на то, что необходимо. Это краевой бюджет, это не частные спонсоры. И они да. тоже в этом присутствуют. Частные спонсоры тоже, они поддерживают федерацию. Uh-huh. Мы там по именам их или как-то по предприятиям не знаем. Ну вот кого-нибудь помяните. Нет, добрым вот Конкабель у нас, я вот знаю, что у нас как спонсор Конкабель, они нам все время помогают. У нас при Конкабеле есть зал дзюдо большой. И там все дети тренируются бесплатно. Но база у вас на Динамо. Ну, нет, почему? База не на Динамо, просто на Динамо обыкновенный зал, где лежит татами. Этот зал, кстати, вообще правилам не соответствует, ну, как бы не подходит по правилам, вообще там тренироваться нельзя, там дзюдо не может быть. Вот. Ну, и вот я знаю, что Конкабель там вот ребятам, детишкам автобусы дает, на соревнования съездить, ну, вот так. То есть, а каких-то еще там поименные, я даже не знаю. Ну, тоже помогают, а куда без этого-то?